У нас на рынке существует огромное количество платных, скажем так, я не буду говорить дорогостоящих или бюджетных, просто платных программных продуктов, которые на рынке уже довольно давно. Это и Трассир, это и Макроскоп, и ITV, и Axon, там же и LuxRiot, и Линия, и очень-очень много-много-много других. Но количество разработчиков, количество программистов, разработчиков в этих компаниях несопоставимо меньше, чем количество разработчиков в китайских корпорациях. На мой взгляд, перспектива у этих компаний, если они сейчас не найдут себе какую-то новую нишу, например, нишу видеоаналитики, до которой китайцы пока не очень активно добрались, то в плане обычных решений, которые необходимы чаще всего, то есть это запись, отображение, воспроизведение и поиск по архиву, да, то китайские бесплатные решения в скором времени выдавят отечественных разработчиков программного продукта.